Привет. Вот такая распаковка. Вообще без предыстории. Короче, на канале есть видео о том, когда я купил Sony. К ней надо было купить какую-то вспышку. Ну, я тогда посмотрел, повыбирал и купил Godox. В общем, посмотрел я дальше и поговорил со знакомым. Он говорит: слушай, тебе этот Godox, ну, в конце концов, выйдет немного дороже. И говорит: посмотри на другую систему, потому что вот сейчас у нее там какие-то бешеные скидки, и по этим бешеным скидкам эту систему можно приобрести. И вот оно и поехало. Короче, обратил я внимание на эту систему, обратил внимание на скидки, и вот получилась вот такая вот у меня коробочка пришла. Ага, и вот еще одна вещь. Сейчас все выставлю, все выложу и будем потихоньку разбираться, что тут, как, к чему и почему. Вспышка нужна человеку, человеку вспышка нужна, и никуда от этого не денешься. Но сколько их нужно, это другой вопрос. И вот таким образом у меня сейчас пришло вот такое вот. Классненькие вспышечки. У нас идет вспышка. У нас идет еще одна вспышка. У нас идет синхронизатор. И, в общем, вот это вот все. Вот это вот все у нас в таком вот формате. Сначала давай посмотрим вспышечки. Вспышечки у нас пришли HD1. Genbuy как раз сейчас занимается тем, что выпускает вспышку HD2. Поэтому HD1 на складах вообще не нужны. И их, соответственно, просто выкидывают. Выкидывают, причем достаточно жестко и по хорошим ценам. Выглядит эта вспышка так вот. Там вот я что-то не понял. Заказывал универсальную. Здесь стоит Sony. По распиновке, я так понимаю, что это универсальная. В общем, фиг что поймешь. Ну, в общем, вот такая вот такой расклад. Надеюсь, что это как раз то, что мне надо, потому что я не знаю, сколько еще как быть системой Sony. Ну, в общем, вот такая вспышка Genbuy HD1. Из плюсов достаточно мощная вспышка. Круглая вот эта вот форма, на нее есть специальные переходники, на нее можно много чего вешать, в том числе магнитные такие штучки. Ну, в общем, штука классная, штука нужная, штука хорошая. Из минусов здесь минус один. Вот он, в принципе, вот как-то так выглядит. То есть это специальная батарея. То есть это не то, что у тебя есть какая-то вспышка, в которую ты кидаешь любые батареи, а нет, у тебя дополнительная специальная литий-ионная батарея к этой вспышке. То есть так уже не накупишь большую коробку пальчиков и с ними не поиграешься. Вот. Но, правда, все идет в комплекте. Зарядка. USB-шная зарядка где-то здесь. Такая, давай посмотрим, сколько здесь. 2-3 ампера, 15 ватт. Слабенькая. Но на зарядку вспышки пойдет. В общем, вот такая вот получается вещь. Ну, а то, что здесь какие-то специальные аккумуляторы, это плохо. Это реально плохо, но поскольку у меня не бывает съемок многодневных, не бывает съемок таких, которые очень-очень долго каким-то образом двигаются, то можно. Ну вот она буквально моментально включилась, загрузилась. Так, Genbuy. Включилась у нее, даже вот есть, видишь, подсветочка, которую, кстати, надо бы отключить. Ага, она регулируется. Смотри, раз, два, три мощности. Ой, выключил.
Значит, ну и по функциям у нас здесь все в принципе неплохо. У нее есть быстрая синхронизация, у нее есть зум, причем либо автоматический, либо ручной. Она управляется беспроводным режимом, то есть у тебя получается, можно выбрать каналы. Она имеет, что у нас тут, по первой шторке, по второй умеет синхронизироваться. Ну, в общем, все стандартное, но ничего особенного. Стандартная такая рабочая вспышка, которая даст тебе какую-то возможность, ну, базово снимать какие-то варианты. Вон, видишь, у нас три канала, они настраиваются. В общем, все выглядит вполне себе неплохо, да, и вот кнопочка для выброса батареи. Не знаю, насколько батарея. Батарея у нас 7,4 вольта, 2,5 ампера. Не то, чтобы хорошо, что меня радует, только два контакта, то есть тут можно будет в крайнем случае чего-нибудь наколхозить, если уже, ну, совсем все плохо будет. В общем, с учетом того, что выпущена, опять же, вторая ревизия этой вспышки, цены сейчас на них, ого-го, какие хорошие. В общем, все распродается, все неплохо. Вот такая вот вспышечка, и таких, естественно, в жизни нужно две штуки, поэтому вторую я уже, ну, открыть надо, посмотреть надо, что там. Значит, вот одна, и вот вторая вспышка. Да, ну, все вроде ничего. Опять же, проверим, откроем, все упаковано, все выглядит неплохо. Ставим сейчас батарейку в нее. Это хоть выключено. Странно, что была включена. Ну, вроде все новое. Так, вставляемся. Вставились, включились. Вот. Загрузилась. Ну, в общем, видно, да, вспыхивает, все нормально. И тоже, постоянно включается вот этот вот свет. Ну, хорошо, конечно, видео можно снимать, но мне это не очень важно. В общем, вот оно все, выглядит хорошо. Значит, сюда еще там рассеиватели всякие у Джинбая есть. По скидкам они не были, поэтому на сегодняшний момент брать не было необходимости. Хочется все-таки, чтобы было немного подешевле. Но, в общем, она стандартная, я так понимаю, на HD1 и HD2. Тут все, вопросов нет. В общем, вот такие две вспышки. Этими вспышками нужно еще управлять. Я не хочу ставить на камеру, я не хочу через какую-то вспышку чем-то управляться. Поэтому, опять же, под скидки мне Джинбай, ну, вернее, как не мне, а всем, Джинбай подкинул вот такую штуку. Это у меня вот этот управляющая штука, синхронизатор управляющий для вспышек. Конечно, не выглядит не так, как Godox, не так дорого-богато. Ну, вот как-то вот так он выглядит. Вот. Джинбай TRQ62S называется. Вот у нас получается сколько? Раз, два, три, четыре, шесть каналов. Тест. Ну, хоть сюда пальчики. 2А пальчики. Управление. Все новенькое. Все под пленочками. Все отлично. И какая у нас эта система? Я надеюсь, что хоть это Sony. Потому что вот эту я брал однозначно. Да, это Sony новая. Вот видишь, куча контактов. Да. В общем, это бралось под Sony. Все остальные вспышки универсальные можно ставить на любую систему. Почему на любую? Станет ли она на Sony? Станет она на Sony, потому что была куплена еще одна вещь. Вот такая вот. Это у нас переходничок. Переходничок с универсального на Sony. Так, уже что-то порвал. Смотрим.
Так, вот так он выглядит. То есть внизу у нас башмак Sony с кучей контактов. Сверху у нас универсальный башмак под эти вспышки. То есть получается, что я в принципе могу ставить lock-unlock. А где lock? Да, lock-unlock. Кнопочка, видишь, как классно? Вот. Снимать. И вот, в общем. Штука маленькая, штука не сильно увеличивает. И в результате, в принципе, я могу на свою сегодняшнюю сониковскую систему поставить вот эти универсальные вспышки. Нужна она одна штука, все остальные синхронизируются. В общем, как-то вот так. Хорошая вещь. Опять же, это решает очень четко проблему работы со вспышками. Все, на Sony идет эта штука. Это у нас идет тоже на Sony для синхронизации. Все замечательно. Ну и две вспышки. Это у нас, так сказать, не уровень, как говорят. Надо их, говорят, три. Вот третья вспышка. ID900. Написано тоже Sony. Хотя, почему Sony, я так и не понял. Эту я тоже брал универсально. Надеюсь, что они опять же не сделали фигни. Все в пленочках, все завернуто, все неплохо. Тут у нас тоже везде пленочки. Я немного переживал, скидка такая вообще обалденная, но все чистенькое, все здорово. Башмак у нас универсал. Никаких вопросов нету. Давай. То же самое, полный набор. Зарядка, аккумулятор. Слушай, а такой же он или нет? Вот мне интересно. Ну-ка давай посмотрим. HD1 аккумулятор и аккумулятор HI900. Ай-яй-яй. Не, ты смотри. Тут написано HD1. А тут написано HI900. Но они, блин, ну они один в один. GD21. GI20. Что у нас отличается? 2,5 ампера, 18,5 ватт. Ну, то есть они вообще... А, вот оно, что сделали. Смотри, вот здесь у нас есть проточечка. То есть получается, что вот этот, они не взаимозаменяемые. Хотя очень-очень похожи. Хитрожопо сделали. Ну вот, то есть получается у нас что? Это у нас... HD1, в HD1 не станет HI900. А наоборот, по идее, должно встать. Не знаю, потом попробуем. Пока что все сделаем правильно. Так, включаем, засовываем. Так. И включаем. Ну, конечно, заставочка тут. Убиться можно. Меню такое липоватое, я балдею по сравнению с Годоксом. Очень липоватое, ну издали будет хорошо видно, ладно. Работает? Работает. Вот, ну в общем, вся та же система. Тут у нас тоже есть свет, включим его. Он тоже у нас тут настраивается. Раз, два, три, off. То есть автоматика у нас идет. И три. Ну а что он выключился? В общем, непонятно. Вот. Есть свет, есть все, что надо. А камера, в принципе, очень даже интересная. Ну, вернее, вспышка. А здесь у нас все стандартно. Не так, как в HD1. В HD1 все у нас как бы добавляется. А все рефлекторы тут есть. Вот два вот этих стандартных встроенных. Ну, все, в принципе, неплохо. Вспышка, конечно, увесистая достаточно. И с учетом ее веса, ну, в принципе, я думаю, что работать можно. Вот. Все срабатывает. Опять же, настройка по каналам, беспроводное управление, все как мы любим, все как мы знаем. Но вот так это все выглядит. Такой вот наборчик пришел. Будем его тестировать, будем с ним разбираться, будем смотреть, насколько они хороши, насколько они
так сказать, живучий, насколько хватает батарейки. Сейчас заряжаем батарейки и будем чего-нибудь интересное снимать. Ну, а на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить тест этой штуки в реальных условиях. Вернее, ну вот всего набора. До того у меня была одна вспышка, которая по беспроводу коннектилась. Теперь у меня получается этих вспышек, ну, немножко больше стало. Вот, они тоже как бы все коннектятся по беспроводу. Вот это у нас отсюда. Ну и вот такая у нас сегодня получился такой наборчик. Я немножко ожидал немножко другого. Оно по, так сказать, оно не выглядит дешево, но оно и не выглядит как-то вот после Godox'а выглядит по-другому. Но, с другой стороны, цена, опять же, на сегодняшний момент, с учетом того, что распродается склад с HD первыми, она очень хороша. Поэтому советую обратить внимание, если есть возможность где-то еще что-то схватить, найти, смотри хорошие цены, потому что скидка сейчас больше 50% на вот эту всю штуку. Даже, можно сказать, гораздо больше 50%. Поэтому вот такой вот добрый, я надеюсь, совет. Так, прямое включение. Если говорить стихами, такое говно я не видел давно. Итак, пришло мне, сколько получается, 5 позиций. 3 из них идут обратно. Итак, вспышка HD1 не работает с камерой. То есть она запускается с синхронизатора, с радиосинхронизатора. С камерой не запускается. Едет обратно в китайский Китай. Дальше. Вспышка Hi 900. Запускается все отлично, не работает вот этот свет. То есть он как бы работает. Один раз после включения его можно включить, даже прогнать цикл, настроить. Во второй цикл он уже не уходит. Ну, что хочешь делай. Надо выключить вспышку, включить обратно вспышку, и тогда, возможно, он заработает. Все остальное, в принципе, работает. Но это существенная вещь. Так что едет обратно в китайский Китай. И вот такой вот замечательный у нас синхронизатор радио. Не работает вот это вот колесо выбора режимов. Вниз он регулирует, вверх он не регулирует. Ну, ребята, едет в китайский Китай. Слушай, я о чем? Я вроде о том, что качество должно быть. И та, которая работает, вспышка, она работает вроде неплохо. Меня, конечно, смущают эти дырки там внизу и такой дешманский вид, но она работает. Но все остальное, блин, из 5 позиций 3 позиции не работающие. Ну, куда это идет? Джинбай, ну, надо думать вообще, я не знаю, надо делать, надо что-то как-то решать. Это же катастрофа. Ну и после такого разочарования, если что-то не получается, мы что делаем? Правильно, получаем. В общем, начали менять. Потихоньку, не все. Я не уверен, что я хочу все менять. Но вот ситуация уже складывается по-другому. Тот синхронизатор 6-й мне не понравился. Давай брать 7-й. Вот так он выглядит. Выглядит лучше. Но такой, знаешь, вот я посмотрел фотки, было очень-очень... Что это такое? Ага. Было очень-очень-очень странно. Странно выглядел дешман. Ну, сейчас откроем, посмотрим, дешман или не дешман. Вау. Ну, по крайней мере, запаковали уже чуть получше. Вот так вот. Значит, плюсы и минусы. Из плюсов. Ну, нормальный, прикольный. Ну так, не так сильно дешман. Но вот эта штука не вертится. В общем, у Godox'а все гораздо интереснее. Здесь не очень интересно. Вот, цветной экран.
И, к сожалению, к счастью, батарейка. Батарейка, похоже, от какого-то сотового, я не знаю, похоже. В общем, ничего тут не написано, 1500 махов. То есть, при том, что две батарейки обычных я могу 2500 засадить, они сделали здесь 1500. Вот, и, в общем, ее надо заряжать по USB. Я бы никогда такую не взял, потому что, ну, тогда надо запасная батарейка, тогда надо зарядная и так далее. Но поскольку то было полное Г, то решил попробовать вот это. Г, как обычно у нас тут все. Nikon. Почему Nikon? Никто не знает. Вот, ну, в общем, универсальную брал. Может, как-то тут это все переключается. Каналы, каналы, ну и что? И что? А, C, D, E, F, а, все понятно. B. Так, и в общем, музыка, не музыка. В общем, ничего не понятно. Очень интересно все. Давай хоть канал уменьшим. Ну, канал первый хочу. Так, это работает. Sync FM. Первая шторка, вторая. Высокая, ну, скоростная синхронизация, проверочка. Ну, в общем, что-то работает. Выглядит цветно. Жрет этот, конечно же, экран очень дофига. Ну, вот он ушел у нас в режим, так сказать, ожидания. Спящий. Ну, может быть, может быть, может быть. Включает-выключает подсветку. Включает какой-то звук. У нас тут еще какие-то вещи. То есть это только канал, это какой-то CFN. Ага, видишь, тут еще настройки, IDRT01, слип минуты 5, какой-то Bluetooth. Bluetooth есть? Зачем мне Bluetooth, скажите мне, господа? Ну ладно, пока выключим. Камера, камера, смотри, можно поменять. Ну-ка, Sony Fujifilm RT Olympus Lumix Panasonic. Ну, в общем... Что-то такое. Поставим Canon, почему нет. Стоять будет на Sony, это будет светиться Canon, вообще шикарно. Ладно, включили, выключили, посмотрели. Более как бы детально я расскажу попозже. Дальше у нас идет вот такая штука, которая у меня не работала. И, естественно, если она не работает, хочется, чтобы она работала. И хочется, чтобы оно хотя бы досталось. Так, давай. Ёлки. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Так, перекосилось. Да, господа. Господа, не спина. Ладно. Это, наверное, чтобы не возвращать. Ну вот, такая вспышка. Хай 900. Мне все понравилось. Вспышечка хорошая, цена отличная. Все работает. Тут уже не понятно. Я надеюсь, никто в нее не лазил. Я надеюсь, что все работает. Но будем сейчас проверять. Значит, что у нас там не работало? Там у нас свет не включался. Той прошлой. Может, это у них такая фишка вообще принципиальная? Я не знаю. Открываем. Открываем. Я... Ну, моя еще не дошла. Поэтому, поэтому не должна быть точно моей. А так бы могли, знаешь, обратно засунуть. Холодное все. Включаемся. Тут какие-то эти самые, смотри, разводы масляные. Вон. Уиу! Грязь. Грязь, грязь, грязь. Ребята, ну что ж вы такое творите? Может, новое. Так, что нам надо? C. Функционал. Так, это работает. Режимы. Так, режимы. Ручной. Ага. О, о. Так, это горит. Давай посмотрим. Раз, два, три. Не переключается. А, это не тот режим. А зачем он вот в этом режиме горит? Ой, ёшки-матрёшки. Я не знаю. О, ну, видишь, это крутится, но не нажимается. В общем, что они тут делают? Что они делают, я не знаю. Вот ручной режим, то, что мне надо. Включили. Ярче, 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 ярче. Выключили, включили, ярче, 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 ярче. Выключили, включили, ярче, 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 ярче. Выключили. И эта вспышка уже, по крайней мере, работает. Это меня уже
радует. Дальше. Дальше, дальше. Мне интересно ее соединить с синхронизатором, синхрофазотроном. Значит, мне нужен режим управления. Да? И мы ее ставим. Она сейчас стоит шестой канал М. Да, подожди. А это вот сейчас мы управляем другими вспышками. Это меня мало интересует. Меня канал интересует. Канал. Чик-чик-чик-чик-чик. 0,1. Группа. Что группа? Все. Мне группа этой вспышки нужна. А, ну первый канал. Все, ладно. А что? Подожди. Группа А, там Б, С. Это что получается? У нее группа М? Или это ручной режим? Ой, блин. Группа А, он. Ну, это управление всеми группами вспышек. Это все понятно. А, мне вот этот нужен режим. Прошу прощения. Итак, группа А, канал 0,1. Все. Все, я был не прав, я был не в том меню. В общем, так, это все работает. Мод ручной, 1,9. Синхрон. Теперь включаем вот эту штуку. Я уже ничему не верю, господа. После вот этого всего, ну смотри, он у нас вот складывается классненько. Вот, ну чуть не прищемил мне палец и показал, что тут все шатается. Ну ладно. Так, группа А, опа, 2,7. Так, хочу больше. Давай девяткой сразу бахнем. Бах. Пэмс. Так, и свет включен. А теперь хочу выключить свет. Так, видно? Раз, выключил. Включил, выключил. Бамс, сработало. В общем, я пока что доволен. Так, давай теперь канал А. И мы идем. Ну что тебе надо уже? Почему ты ТЛ опять? А, это режимы переключаются. Канал А. И мы идем вниз на единичку. Ну, вроде все работает. Медленно. Нету никаких вот этих колесиков. Ну, как-то все, как-то вот как-то все не так. Ну, что-то она лупит. Ну, лупит. Хорошо. По крайней мере, управляется. По крайней мере, работает. Все. Ну, в принципе, я доволен. Я доволен. Вот этот уже режимчик меня все устраивает. Здесь все работает. А, универсальная вспышка. Переходничок на Sony у меня есть. А, всякие переходники там на штативы и так далее тоже есть. В общем, три уехало назад. Две вернулись с небольшим добавлением. Вот такую я взял еще рассеивательную эту вспышку. Нужен он, не нужен. Обычно скорее нужен, чем не нужен. Скорее одевается, чем... Ну, никак, вот так, все, оделось. Так, смотрим, все. Рассеиватель, мягкий свет. Все возможно. Чего тут нету, господа? Вот я, по крайней мере, не вижу. Зумов нету. Зумы надо выставлять вручную с этого самого на вспышке. Я не могу менять зумы отсюда. Я могу менять зумы. А могу я тут менять зумы? Ну-ка. Меню. Зум. 200. Да, это я могу. В общем, вот такая получается система. Разбираться и разбираться. Разберусь больше. Покажу больше. Будет, наверное, интереснее. Покажу, может быть, даже в реальных съемках. Но уже лучше. Теперь у меня планировалось 3 вспышки. Теперь вспышки 2. Но как минимум хоть что-то из этого где-то как-то работает. Планировался другой синхронизатор, который был бы не на вот этих вот всех батарейках. У меня сейчас куча геморроя. Тут батарейка своя, тут батарейка своя, в третьей вспышке своя батарейка. В общем, все это надо заряжать и так далее. И ты не можешь перекинуться быстро. В общем, все плохо. Все просто реально плохо. Это абсолютно, если ты переходишь на этот режим,
то на эти вспышки, то у тебя получается это дороже. Нет, ну как дороже? Не дороже. У тебя получается, что тебе надо систему формировать. А Джинбай дешевле Годекса в два раза. Примерно. На сегодняшний момент со всеми скидками в два раза. Именно поэтому вот эта вспышка стоит дешевле аналогичной Годексовской в два раза. Поэтому вот и маемся. Как говорится, ежики ели кактус, кололись, плакали, но продолжали. Ну и мы продолжаем. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, комментарий. Пока.